1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Ляшовский, бомбардир.ру. У меня такой вопрос. Сегодня вы выпустили двух столбовых форвардов, Луценко и Бичарая. И в этой связи, почему Динамо так мало пыталась играть именно забросами, навесами и начинала большинство своих атак через короткие и средние передачи, вообще старалась развивать таким образом? Я с вами согласен. Еще один вопрос. Почему не играет Ибрагим Цалагов? Ну, на сегодняшний день Козлов собирается на место отдавать на сегодняшний день. Те игроки, которые есть на поле для конкуренции, Ибрагим готов выйти в любой момент. Он очень хорошо тренируется, я думаю, у него будет время. Это только спортивная конкуренция. Но ведь еще Цалагов может сыграть на позиции опорника, в том числе, как раз которая была вакантной после травмы Сау. Может, он универсальный игрок. Может, он справа защиты, справа полузащиты, опорного, где он меньше всего играл. Но, тем не менее, ему знакома эта позиция. Это здорово, и такой игрока, поэтому будем пробовать смотреть. Спасибо.
перед следующим матчем со СКА Хабаровском какие-то есть уже заготовки? Есть ли какой-то план на то, чтобы взламывать оборону СКА Хабаровска? Потому что очевидно, что игра будет другой, и хабаровчане будут больше думать об обороне. Ну, как Хабаров будет играть, можно только догадываться, как он будет сегодня. Они так играют, у них тоже будет время подготовиться к нашей игре, какой будет у них план на игру. Мы не знаем, но у нас, естественно, не один план. И вы помните, что мы нередко играли первым номером, и в том сезоне, и в этом сезоне, поэтому знаем, на чем работать, знаем силу и слабые стороны нашего соперника. Теперь надо использовать этот перерыв. Есть еще раз последний вопрос. Вот, дело в том, что видно, за счет чего «Динамо» старается выходить из обороны в атаку, но такое ощущение иногда, что одна ошибка из-за исполнительского мастерства, и все. Получается, что не удается претворить жизнь тренерские задумки из-за, возможно, недостаточно высокого исполнительского мастерства футболистов, или же тут не только в этом дело. Ребята стараются выполнить то, что на нормальном тренинге не всегда получается. Но это самое главное, что стараются. Уже когда мы делаем одно, то другое, и делают каждый раз, и где-то нет. Помыслить все правильно, по исполнению на работе. Спасибо.